Всем привет, ребята! Меня зовут Алексис, и добро пожаловать в мое новое видео. И сегодня в Майнкрафте мы с вами будем снимать немножечко необычное видео. Дело в том, что, как вы поняли по названию этого ролика, я буду играть на Сиди Бабы Яги. Поэтому пишем Баба Яга. Дальше, ребятки, в принципе, что тут можно выбрать? Создать строение включено, тут по умолчанию, супер плоскость, большие биомы пусть будут, использование читов выключено, и бонусный сундук тоже, ребятки, выключен. И теперь нажимаем готово и создать мир. И у нас идет загрузка мира, ребят, если честно, я не знаю, что меня ожидает. Мы появились в мире Майнкрафта. Ребят, так, что тут у нас необычного? Стоп, я не понял, зомби? В смысле зомби? А чё с небом? А чё с небом? Почему оно такое темное? Ребят, что случилось? Погодите. Ребятки, никогда не играйте на Сиди Бабы Яги. А почему днем зомби бегают? Криперы вот там. Скелеты, по-моему, я еще видел. Ребята, а чё случилось? Почему такое небо затянутое? Ау! Блин, скелеты стреляют, ребятки, что делать? Уйди отсюда, какашка ты глупая. Блин, ну, конечно, рукой я буду его бить очень долго. Все, мы его с вами скинули. Так, стоп. Ребята, что? Это что, реально дом Бабы Яги? Вы что, издеваетесь? Он что, тут тоже заспавнился? Ребята, вот что значит играть на Сиди Бабы Яги. Я в шоке просто, реально, я в шоке. Так, давайте мы тогда постараемся залутать с вами, в принципе, эту кузницу. Но обычно в кузницах должны быть какие-то прикольные вещи. Так. О, что? Чего? Вы издеваетесь? Реально, смотрите, ребят, что тут в кузнице находится? Так, класс, давайте мы сразу перекусим яблочко, потому что я так уже сильно проголодался. Так, давайте тогда эту броньку. Все, теперь мы с вами хоть немножечко экипированные. Капец, ребят, вы видели? У меня там в глазах ничего не двоится, не троится. Это реально дом Бабы Яги. Ребят, представляете, реально дом настоящей Бабы Яги. Короче, смотрите, так, скелет. Ну, со скелетом мы сейчас быстренько уже с вами с этим разберемся, я думаю, вот так вот. Опа, если бы еще из него какой-то лук выпал. О, есть, из него выпал лук, отлично, лук и несколько стрел. Я предлагаю, ребятки, нам с вами направляться вот в ту сторону. Да, давайте будем тогда бежать, но видите, плохо то, что тут еще, оказывается, зомби спамнят за днем, ребята, и небо такое затянутое. Вот я видел, что, в принципе, краешки неба, ну, мы когда, наверное, с вами выше поднимемся, вот туда вот, я просто хочу вот туда вот забраться, на эту гору, мы когда с вами поднимемся на самый верх, то мы увидим, и вы, точнее, увидите, что краешки неба, они такие, как бы, светлые, то есть только над нами вот такие вот мрачные тучи какие-то светят. Это просто жесть, такое ощущение, что это какие-то планеты или что это такое, вообще странный сид, ребят, очень странный сид. И я думаю, что мы сейчас в скором времени должны с вами подняться вот туда вот. Так, что это такое? Ребят, это что? А, это дождь идет. Капец, смотрите, какой странный дождь. Ребятки, обязательно досмотрите этот ролик до конца. Так, тут барашки плавают. Смотрите, как прикольно. Потому что видосик реально получится очень забавненький. Если вам... О, тут какие-то ступеньки, смотрите, есть, ничего себе. Если вам, ребятки, понравится этот ролик, типа эта рубрика, то я тогда обязательно буду что-то еще снимать для вас. Так, что тут дальше, ребятки? Я уже немножечко, если честно, заблудился. Я не понял, куда мне нужно направляться. Было бы лучше, конечно, чтобы у меня была целая куча блоков. Давайте я, например, подобываю, скрафчу быстренько себе, короче, эту обычную лопатку и добуду себе кучу земли. Ну и последний блок. Так, в принципе, хватит. О, ребят, смотрите. Пока я добывал эту землю, в принципе, эти тучи рассеялись. Реально, вы же видели, да? Были тучи, короче, здесь. Их больше нету. Так, вон где домик этой бабушки Яги находится, да? Так, ребят, давайте... Так, по-моему, что я услышал звук зомби или нет? Ладно, давайте будем тогда подходить сюда вот. Ой, как мне спуститься? Так, как мне спуститься? Может быть, вернуться обратно по тем же самым маршрутам? Хотя, ребятки, наверное, что так не получится, да? Так, ё-моё. Если я спрыгну, я не разобьюсь! А, это было больно, это было реально очень больно, барашка. Ты это видела, да? Ладно, давайте будем тогда подниматься туда наверх. Странный, конечно, ребят, очень странный мир. Заспамнился дом Бабы Яги, ребят, самый настоящий Бабы Яги, представляете? Я в шоке просто, реально, я просто, ребятки, в шоке. О, как вы думаете, на каком сиде еще можно сыграть? Вы обязательно напишите об этом в комментариях, и я постараюсь найти для вас такой сид. Ребятки, да... И, кстати, ребят, пожалуйста, поддержите меня сейчас лайком. Кто еще не поставил лайк, вот сейчас прям поставьте, потому что я не знаю, что меня там ждет. Вообще, что там будет происходить, без понятия, ребятки. Так, ну что ж, давайте будем подниматься, в принципе, по этим ступенькам. Да, чтобы мы с вами много блоков не тратили. Как ни странно, что тут
пока ничего не спамится. Ну, наверное, что-то ведьма наложила какое-то проклятие, может быть, изначально, да? То есть небо было затянутое. Потому что это такое вообще реально? Я не знаю, ребят. Если честно, я не знаю, что это такое. Первый раз играю вообще на каком-то из сидов. Мне просто, знаете, подписчик написал в комментариях, типа, Алекс, поиграй на сиде. Я такой, типа, в смысле? Ты о чем? На каком сиде? Он говорит, ну, например, на сиде Бабы-Яги. Говорит, я играл, типа, прикольно. Ну вот, ребят, пробуем. В принципе, давай. Сколько там еще? Ребят, ну мы уже, в принципе, с вами практически поднялись. Давайте будем вот так вот просто подниматься, вот так вот в гору. Да, так будет немножечко быстрее. Мне нужно было сразу это сделать, но я же нубик, ребятки. Я же нубик Алексис в Майнкрафте. Вы все прекрасно это помните и знаете. Если вы старый мой подписчик. И, кстати, ребят, хотели бы вы, чтобы я вернул свой старый скинчик? Если да, то напишите об этом в комментариях. Посмотрите, какая красота находится за моей спиной. Все-таки какой же красивый мир заспамнился, да? Мир Бабы-Яги. Но он как бы, да, прекрасный, но это как, знаете, как вот сказка про Гензеля и Гретеля. То есть, когда Гензель и Гретель зашли в дом Бабы-Яги, там было очень красиво, там было много сладостей. Но на самом-то деле, ребятки, их там ждала смерть, да? То же самое здесь. Вроде бы мир красивый, да, и все такое, но, ребятки, я думаю, что нас тоже с вами здесь может ждать какая-то смерть. Но хотя мы постараемся с вами, конечно же, не погибнуть. Так, и вот и дом этой бабушки Иги. Посмотрите, какой он мрачный. Я просто в шоке. Ребят, представляете, вот такое вот сооружение заспамнилось. Я в шоке просто. Ребят, никогда не играйте на сиде Бабы-Яги, потому что вот меня вначале там чуть те зомби и криперы не грохнули. Это было реально очень жестко. Так, вот теперь, ребят, главное не свалиться, потому что если я упаду, это будет очень и очень жестко. Да, очень и очень жестко, поэтому мы с вами постараемся не упасть. Так, строимся. Еще совсем немножечко осталось. Вообще капюлечка. Капюлечка. Так, хорошо. Что там, достроились? Нет, еще не достроились, ребят. Я надеюсь, что этих блоков, в принципе, нам должно хватить. Давайте достроимся вот так вот до этих кустиков и вылезем по деревьям. Потому что не хочу я тратить свои ресурсы зазря. Не хочу тратить свою любимую земличку. Так, все. Опа! Так, есть, все, ребятки, мы уже с вами практически добрались до этого домика. Давайте будем тогда еще ближе подходить. Главное не свалиться, ё-моё. Ребят, напишите в комментариях, вы боитесь высоты? Вот я, например, страшно боюсь высоту. Вот очень сильно я боюсь высоту, поэтому я стараюсь не смотреть туда, на низ. Так, хорошо, что дальше? Дальше нужно, ребятки, наверное, все-таки простроиться вот таким вот образом. Опа. Блин, капец, как же высоко, почему эта бабка живет? Ну, я думаю, что там есть бабка, если это Баба-Яга. Почему она живет так высоко, ребят? Ребята, смотрите, тут нужно уже быть аккуратным. Берем меч. Это получается ее, как его, избушка, да, избушка на курьих ножках. Капец, а как зайти? Тут есть какой-то потайной ход? Не потайного входа, наверное, здесь, ребята, нету. Нам нужно тогда забраться туда наверх. Ладно, у нас здесь есть еще, в принципе, блоки. И давайте будем строиться наверх. Стоп. Ребята, снова небо затянулось. Смотрите, да что сейчас, эти монстры начнут спамниться или что? Ребята, блин, походу это Баба-Яга просекла, что мы с вами тут находимся. Так, давайте будем быстренько наверх взбираться. Так, теперь нам нужно в стороны, сюда, и все. Так, что там? Там что-то было? Ребят, что-то такое нет. Вроде бы показалось. Вроде бы, ребятки, показалось. Мне уже так интересно, что же находится в этом доме, ребята? Что же тут находится? Так, какие-то кнопки. А что они активируют? Это тыквенные головы. Ребят, на всякий случай берем меч и давайте перекусим. Нужно восстановить наше здоровье, чтобы оно полностью восстановилось, потому что я не знаю, что меня там ждет. Это Баба-Яга! Ребят, там есть Баба-Яга, походу. Блин, она там есть! Реально! Как мне туда забраться? Это что такое? А, нет. Это краешек. Наверное, что вход с другой стороны. Давайте посмотрим, с какой стороны тут вход. Наверное, что с вот этого стороны, ребятки, вход. Так. Ребята, окно. Давайте мы сейчас поставим сюда блок и аккуратненько посмотрим, что там находится в этом окне. Так, ребят, а где она? Что она там делает? Она, наверное, за стеной там стоит или что? Ребят, реально, да? За стеной, наверное, стоит. О, что, блин, она ходит, ё-моё! Ребята, вы это видели? Блин, она прошла. Капец, если честно, мне страшновато, ребят, мне страшно. Когда мне страшно, я хочу есть. Да, я очень много хомячу, когда мне страшно, блин. Так, Алексис, нубик, соберись, потому что мы преодолели такой громадный маршрут не для того, чтобы сейчас просто взять и вернуться обратно. Не-не-не, ребят, этого делать я не буду. Короче, давайте мы с вами все-таки рискнем
И пойдем, короче, с этой бабулькой поговорим. Ну, короче, ребят, я сразу беру меч, потому что ну его нафиг, постоянно эти монстры. Я хочу с ними разговаривать, они хотят меня уничтожать. Смотрите, какая она стрёмная, эй! Привет, Баба-Яга! Так она меня заметила! О, что, блин? Смотрите, какие глаза страшные. А чё она не выходит? А, получай! Так, ладненько, ребят, давайте мы с ней разберемся. Ау! Ай! Ай-яй-яй! Блин, она меня ударила. Ребята, она меня ударила, это Баба-Яга. Так, давайте, может быть, она не может выйти? Она так разжирела, ребят, что выйти не может, представляете? Так, давайте, знаете, что мы с вами сделаем? Давайте мы с вами чуть-чуть тут больше простроимся. Вдруг она меня захочет столкнуть на низ, чтобы у нее ничего не получилось. Так, что-то эти тучки еще не рассеялись. Я вообще не знаю, ребят, мне кажется, что это Баба-Яга, она проклинает. Она как-то это делает сама. То есть я не знаю как. Так, ну давай, выходи сюда на честный бой со мной. Нет, не хочешь, да? Ну давай тогда я тебя побью. На, получай, карга, ты такая старая. Ай, блин, больно бьет. Ай, вот тут есть еще одна дверь, ребята. Это что, потайная комната? Давайте мы закроемся тут. Так, блин, я закрылся в ее потайной комнате. Так, тут ничего нету. А, тут она, наверное, закрывает, ребята. Тут она кого-то закрывает. Ай, а что меня бьет? Тут она, наверное, закрывает тех людей, которые к ней приходят. Ну, блин, тут довольно-таки миленько, хочу сказать. Сундучок, правда, он пустой, без еды, без ничего. И кровать. А, я думал, что под кроватью может что-то быть. Нет, тут, наверное, под кроватью ничего нету. Так, ладно, ребят, нам нужно с вами ее уничтожить обязательно. Она какое-то зелье варит. Блин, на, получай, Баба-Яга. Ай, так, блин. Так, получай. Я, кажется, факел сломал. Да, может быть, она... Может быть, у нее плохое зрение. Блин, а сколько у нее здоровья-то? Она мне... Есть, ребята, мы ее уничтожили. Мы уничтожили эту Бабу-Ягу. Давайте посмотрим, что тут есть. Вот какой-то котел. Тут она что-то варила, какие-то зелья. Смотрите, взрывное зелье невидимости. Дальше взрывное зелье замедления. Взрывное зелье стремительности. Капец, она тут, короче... Что-то, блин, чародеяло, да? Это злая Баба-Яга, тут в печи ничего нету. Фу, я уже боялся, что здесь могут быть косточки каких-то там нубиков, там, либо еще что-то. Ребят, вот такой вот, в принципе, домик Бабы-Яги, да? В принципе, мы с вами с ней разобрались, поэтому никогда, ребятки, никогда в своей жизни не играйте на сиде Бабы-Яги. Ну, а кому понравилось, ребят, это видео, обязательно подписывайтесь на мой канал. Ну, а с вами был я, Нубик Алексис в Майнкрафте. Всем удачи и всем пока!